Для участия в научном форуме в Таганрог прибыл профессор университета Модены и Реджо Эмилии, координатор проекта и научный руководитель МААТ Антонио Думас. Это инновационный логистический и транспортный проект, очень высокотехнологичный, поскольку он позволяет разработать совершенно новую воздухоплавательную транспортную систему, которая способна перевозить гораздо больше пассажиров, гораздо больше груза. Эта система экологически чистая, поскольку крейсер, переносящий челноки в воздухе, использует фотоэлементы, соответственно, солнечную энергию. Также это весьма удобно для любого города, потому что не нужна традиционная инфраструктура аэропорта. Проект этот перспективный, занимаются несколько организаций из разных стран, Европы, России. И по оценке профессора Думаса, проект будет реализован примерно через 5 лет. Многоуровневая транспортная система МААТ состоит из стратосферных дирижаблей-крейсеров, перемещающихся на высоте до 16 километров, используя устойчивое воздушное течение для транспортировки пассажиров и грузов на большие дистанции. Важным компонентом системы является челнок, который выполняет функции лифта. Его задача – доставка людей и грузов с земли на крейсер и в обратном направлении. Специалисты Южного федерального университета занимаются разработкой системы управления движением крейсера-челнока как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах и системы управления автоматической стыковкой челнока к крейсеру. Часть, за которую отвечает Южный федеральный университет, это система управления и круизера, фидера, а также мы ответственны за управление операцией стыковки фидера с круизером. Выразил надежду, что проект будет реализован в течение 5 лет. Как вы оцениваете эти слова? Проект, который предусматривает получение научных результатов, рассчитан на 3 года. Профессор Думас мыслит стратегически и предполагает, что через 5 лет мы найдем заинтересованные организации и компании, которые наши научные идеи захотят реализовать уже для прикладного применения. Поэтому вопрос даже, я бы сказал, не в сроках, а вопрос в средствах для реализации этого проекта. Я убежден только в одном, что тот потенциал, который создан и собран вокруг нашего проекта, позволяет на уровне проработки реализовать эту задачу в течение 3 лет. В числе основных задач, которые решит проект, обеспечение экологической безопасности и значительное снижение стоимости перевозок. It's really very, very nice for us for being as a Belgian partners in this project, and it's offering a lot of challenges in solving this new transportation way. So we are doing a very pioneering work in this project because the MAT project will deliver an airship transportation, and that is something very important for the future because it's going to be completely
independent of the fuel. So we are looking to the solar energy and we are trying to bring people around the world basically not paying for the petrol. So this is a big challenge. We are finding some technological problems, but with in the next 20 years we hope that all that will be solved and we will basically traveling for nothing. И профессор Вучинич выразил удовлетворение от совместной работы с российской стороной и подчеркнул мысль профессора Думаса о новаторской стороне этого проекта, что это, в общем-то, пионерская работа в плане энергопотребления. Не нужно использовать углеводородное топливо и, как следствие, путешествие практически становится практически бесплатно, круглосуточно, круглогодично, в любую точку мира, очень экологически чисто и выгодно с точки зрения финансовой. Екатерина Руденко, Виктор Плаксин, телекомпания «Университет».